своем поле принимает футбольный клуб «Носта». Дмитрий Афанасьев, 10-й, Исмалджан Насыров, 27-й, Александр Ков из набережных Челнов. Помощники Наиль Сайфетдинов, Казань, Владислав Французов из Нижнекамска, инспектор Виктор Клепиков готов сыграть. В порядке Денис Шибанов, подошел я перед игрой к Ярославу Вячеславовичу Мочалову, узнал кармашка, потом поговорил, перекинулся парой слов с игроком, который правила нарушил, и спрятал карточку назад. И Александр Егоров. Атакует Носта. На Ибрагимова мяч. Шибанов выходит из ворот, но подстраховали его. Счетом 5-0. Кирсанов вышел на первый тайм, но после перерыва его заменили. Савин ошибается. Но вот здесь спасает уже. Кренделев у мяча. Подача. Все пролетают мимо снарядом. Где футболистом Мордовии. Егорычев. Хорошая передача вперед. Афанасьев, центр, Кирсанов. Удар по воротам. Наконец-то разобрались. По правому флангу можно атаковать. Астафьев. Адаев. Снова Астафьев. Подача будет. Да. Ух. Справляется Савин. Отличный момент был у Мордовии. Астафьев. Пробивает, попадает в заграждение. И удар по воротам мимо. Последние 5 минут. Ну, вроде бы старается Мордовия обострить. Но не сильно нагнетает. Скидка от Мухамеджина на Астафьева. Чуть-чуть не успевает Максим. Лебедев сохраняет мяч, в штрафную прорывается, упускает снаряд. Поэтому и у матча получается такой немного теннисный комментарий. Подача. Мухамеджи. Ну и... Ну хорошо, Мордовия забивает. Думаю, многие болельщики Мордовии обрадовались. Еще подача. Бевеев как-то не очень. Потеря пространства. Образовались коридорчики. Ну и ими Носта не воспользовалась. Кренделев вперед. Хорошая передача от Мухамеджина на Маркина. Михаил прорывается к воротам. Это уже зря, конечно. Да. Штрафной удар будет, но бить же нужно. Приходится ему теперь выходить. Теперь нужно чуть больше на свои ворота внимания обращать. Удар. Лебедев оказался в центре поля. И Кренделев и Ваганов немного ушли ближе к мячу. Пришлось Юрию страховать зону. Адаев, хороший проход, ну прострел. Ну! И у Маркина не получилось. Астафьев мяч переправил, но немножко подкрутил его в неправильную сторону. Ну и Маркин уже не доставал. Но сейчас может быть ответ. Шибанов спасает. Надавит против Бевеева. Деревягин. Возможность для Мордовии отличиться второй раз. Кренделев. Вот так, сильно, далеко.
надежде, что там кто-нибудь поборется. Например, тот же... Просто выбивал мяч вперед на Маркина. За один матч. Вот как-то да, так получается, что когда Маркин на поле выходит, у Мордовии как-то атака преображается. Все-таки у них и какое-то взаимодействие уже наладилось с Мухамедшиным. Ого, скамейку запасных. А Иван Лукьянов сразу в центр нападения, ближе к Маркину. Скидка. Расстрел от Егорычева. У Чёркина были открыты глаза, и он нашел имя Михаила Маркина, который в очередной раз будет пытаться всю оборону переиграть.